Популярность конференции год от года возрастает. Для молодых людей это уникальная возможность высказать свои точки зрения, показать свои знания и вынести на всеобщее обозрение результаты научных работ. Через несколько десятков лет именно вы, именно это поколение станет у руля нашей страны и будет вести дальше Россию в будущее. В программу конференции входит конкурс исследовательских работ, который проходит по 9 предметам. 6 из них внесены в перечень Олимпиад «Будущие исследователи будущей науки». Победители и призеры чтений получат льготы при поступлении в различные вузы страны. Свой доклад представит 11-классник лицея номер 3 Артем Коновалов. В этом году он первый раз принимает участие в чтениях. Ну, во-первых, это очень полезный опыт, так как дальше я планирую идти по научному пути, по пути науки, то, я думаю, будет очень полезно поучаствовать в такой научной конференции, посмотреть на не только на свои силы, но и на других людей, на других учеников, на другие доклады, пообщаться с жюри, преподавателями, потому что это тоже очень интересно. Школьники примут участие в работе круглых столов и прослушают лекции ведущих ученых страны. Конференция продлится до 17 февраля. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.